Атырау глазами иностранных журналистов. Продолжается телеэкспедиция «Своими глазами», сформированная из журналистов. Сегодня члены проекта приехали в Атырау и провели пресс-конференцию, поделившись впечатлениями, полученными во время путешествия. Популяризация истории страны – основная задача экспедиции. Свое путешествие ее участники начали с пещеры Имангара, которая находится в Жилойском районе. Ранее журналисты уже посетили Ак-мечеть, курган Арал-Тобе, где был найден второй золотой человек, а также караван-сарай Таскешу в Макатском районе. Особенность проекта заключается в том, что журналисты ночуют в палатках и обходят пешком исторические места. Представители прикаспийских стран не скрывали своего удивления, что местные жители хорошо владеют информацией об исторических местах. И азербайджанскому зрителю будет интересно узнавать побольше о достопримечательностях Казахстана. Схожие есть места, как исторические, так и культурные, духовные места, которые, я думаю, что будут интересны казахскому и народу, и россиянам, и туркменам. Вначале было сложно. Сложно в плане того, что очень большой пришлось проделать километраж. Но потом как-то все пошло, и мы с ребятами очень хорошо сдружились. В свою очередь хочу сказать, что между Российской Федерацией и Казахстаном самая длинная сухопутная граница, и мы очень близки, как бы там ни было, и мы тоже должны, и Россия должна узнать вот о сакральных местах, которые есть на казахстанской земле, именно в Атырауской области. Стоит отметить, что реализация проекта осуществляется в рамках программы «Рухани Жангару» при поддержке областного акимата по инициативе телеканала «Атырау». По завершению съемок запланирован показ видеоматериала на телеканале «Атырау». Планируется, что полный материал будет представлен до конца года. Результаты телеэкспедиции будут транслироваться как в «Атырау», так и на телеканалах России, Азербайджана и Туркменистана. Следующей целью телеэкспедиции станет поездка в Индерский район. В будущем участники проекта намерены продолжать эту инициативу в других областях страны и за рубежом. Нургуль Рамазанова, Куаныш Кудайберген, служба новостей.